В Павлодаре осудили чиновников, продававших пенсии. 16 фигурантов дела, бывших сотрудников Комитета труда и ГЦВП, приговорили к ограничению свободы от 2 до 4 лет. Осужденные незаконно оформляли пенсии фактически не достигшим пенсионного возраста людям. За работу просили от 300 тысяч до 1 000 000 тенге. Кроме того, злоумышленники также приписывали несуществующих детей псевдомногодетным матерям и льготы, якобы проживающим вблизи Семипалатинского ядерного полигона. Расследование уголовного дела длилось больше 1,5 лет. Государству был причинен ущерб в 117 миллионов тенге. 80 миллионов виновные возместили. Всем назначено, как просил гособвинитель, в виде ограничения свободы. По той причине, что в основном масса, значит, пенсионного возраста. У Лукашовой, Смогуловой, Бисимбаева. Значит, имеется тяжелая форма заболевания. С учетом того, что лица признали свою вину, раскаялись в содеянном, суд счел возможным назначить наказание, не связанное с лишением свободы.